Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем сегодня концерт из Сакс Дэвис, второй концерт этого сезона. Первый концерт состоялся у нас в ноябре месяце, и вот это второй концерт. Следующие еще два концерта будут 24 апреля и 15 мая. Сегодня я буду играть сам, это группа «Зеленая волна». И со мной, как правило, играют молодые музыканты. Я хочу вам их представить. Это барабанщик Виктор Першин. Контрабасист Данила Дубровин. Лауреат последнего конкурса «Рояль в джазе», который состоялся буквально неделю назад. Матвей Григорьев. И хочу представить профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Жанну Ильмер. Мы начнем с пьесы Джулиана Кеннон Леддерли, которая называется «Вебеш». Thank you.
прогулку по стандартной музыке. Значит, следующая композиция. Это композиция Кол Портера «So in Love» в аранжировке Волта Вайскоффа. И следующий за ней «You Step Out of a Dream» Гасхана и Харпрала. Thank you.
Сейчас я представлю Жанну Ильмер. Она сыграет джазовый стандарт Артура Шварца и Ховарда Дитца «Alone Together». Thank you.
Жанна Ильина, Матвей Григорьев. И в конце первого сета мы сыграем джазовый стандарт в обработке Джимми Грина. Это тема Сони Стита «The Eternal Triangle». Thank you.
Спасибо. Сейчас мы сделаем маленький интервью, и мы зайдем к продолжению. Спасибо. Итак, мы продолжаем. Мы начинаем свое выступление со стандарта Дона Рэя и Джинго Пола, который называется «You don't know what love is». Следующая за ней тема – это тема знаменитого американского пианиста и композитора Хораса Сильвера, которая называется «Out of the night came you». Thank you.
нашей группе в этом году исполняется 25 лет. Это, вы смотрите на них. Это с тех пор, как 25 лет назад я организовал группу, которая называлась «Зеленая волна», и вот периодически музыканты у меня уходят, приходят, в основном молодежь и тех, которых я учил. Вот одним из первых сочинений, которые мы играли, это было еще с Александром Сипягиным и Борисом Козловым. Это первый состав «Зеленой волны», и мы играли такую композицию, которая называется HUK2E. Я до сих пор не знаю, что это такое. Я все время забываю спросить у Фила Уотса, он ее автор. И вот мы ее сейчас сыграем. Thank you.
Thank you.
Который так и называется «The End of a Love Affair» – «Конец любовным интригам». Thank you.
Матвей Григорьев с фортепиано. Жанна Игорь, Альта Сопрано с фортепиано. И наш покорный слуга Александр Васильевич. До новых встреч! Мы вас ждем 24-го апреля на третий концерт Sax Days. Это будет мини-фестиваль из трех коллективов. Каждый коллектив будет играть по часу, где-то начнем 7:30, закончим 10:30. Вот так. Спасибо. До свидания. Спасибо.